Индия отказалась от местных проверок иностранных вакцин против коронавируса. Она заявила, что препараты хорошо себя зарекомендовали и в проверках нет необходимости. Так страна пытается ускорить процесс вакцинирования населения. По словам местного чиновника, вакцина Pfizer должна прибыть в страну в июле. Также ожидаются поставки препаратов Johnson & Johnson и Moderna. Впрочем, по-прежнему есть много преград. Они должны приехать в Индию и подать заявку на лицензию. Способ только такой. Также есть сложности с обеспечением холодильной цепи поставок, так что вопрос пока изучается. Индия – вторая по численности населения страна мира. И в мае здесь зарегистрировали самое большое число умерших от COVID-19 с начала пандемии. Кроме того, в четверг Индия сообщила более чем о 211 тысячах новых случаев инфицирования. Согласно данным Министерства здравоохранения, общее число заболевших в настоящее время превышает 27 миллионов человек, а жертв болезни – более 315 тысяч. Эксперты считают, что эта цифра сильно занижена. Только около 3% из 1 миллиарда 300 миллионов индийцев были полностью вакцинированы. Это самый низкий показатель среди 10 стран с наибольшим количеством случаев заболевания. В прошлом месяце Индия пообещала ускорить импорт вакцин.